19 мая губернатор Игорь Руденя в рамках регионального дня посадки леса высадил сеянцы ели на участке в деревне Савино Калининского района вместе с кадетами профильного класса школы номер 16, студентами биологического факультета ТВГУ, работниками Тверского лесничества, а также ЛПЦ «Тверьлес». Уже 10 лет, как в Тверской области, проводится региональный день посадки леса в рамках одноименной всероссийской акции. В текущем году мероприятие приурочено к 80-летию со дня начала Великой Отечественной. В эту среду под деревней Савино на площади более 1,3 гектара высажено 3000 сеянцев в память о 27 миллионах граждан Советского Союза, погибших в той войне, отметил губернатор, который тоже принял участие в этой акции. Она носит объединительный характер и воспитывает уважение к лесу, к природе, уважение к своим природным богатствам, которые для нас являются национальным достоянием. И очень важно, что действительно мы являемся в течение 5 лет практически регионом номер 1 в Центральном федеральном округе, который имеет самые большие объемы лесовосстановления. Сама посадка шла по новой методике. Одно из ее достоинств – увеличение производительности труда, ведь участников акции ждали 1000 сеянцев. Принцип работы с вот таким оборудованием продемонстрировал министр лесного хозяйства Тверской области Валерий Барышков. При помощи черной педали вставляется в землю, при помощи большой педали открывается, то есть делается лунка, берется из специального контейнера сеянец, бросается в трубу, поднимается, сеянец остается в лунке, слегка прижимается ногой, и труба возвращается в исходное положение. Все. Еще один важный момент. Сеянцы высаживаются на строгом расстоянии в 1,5 метра друг от друга. Среди тех, кто оценил достоинство новой методики, кадеты профильного класса «Лесное и лесопарковое хозяйство» средней школы номер 16 областного центра. Саженец находится в торфяном горшочке, и ему это будет проще в дальнейшем вырастать. Подобные акции будут проходить в Тверской области до 25 мая. Помимо высадки сеянцев, проводится озеленение населенных пунктов, благоустройство скверов и парков, создание памятных аллей, посадка молодых деревьев в лесах. Всего планируется посадить 6 миллионов единиц хвойных на площади в 1050 гектаров, а в населенных пунктах заложить аллеи и скверы на площади около 1 гектара.